Компьютер с заданием, черновой листок, 240 минут и всего одна попытка. Так, в стенах КОМИ Республиканского института развития образования прошел второй очный этап Всероссийской профессиональной олимпиады по направлению «Команда большой страны». Ее инициатор – Академия Минпросвещения Российской Федерации. 35 команд от Республики КОМИ, что в три раза больше, чем в прошлом году, приняло участие в интеллектуальном конкурсе. Мы принимаем участие второй год, для нас это очень значимо. В прошлом году у нас победитель участвовал в всероссийском этапе, показал очень хороший результат. Олимпиада является метапредметной. Сегодня метапредметные компетенции педагогов – это компетенции, которые связаны с функциональной грамотностью наших обучающихся. Сегодня мы учим и учимся для жизни. Поэтому наши педагоги должны демонстрировать свою функциональную грамотность и уметь работать как предметники, именно в контексте метапредметного результата. С каждым годом количество участников заметно увеличивается. В прошлом году от Республики за право лучших боролись команды из 8 муниципалитетов. В этом году их число возросло до 11. На данный момент наибольшую часть составляют педагоги из Сыктывкара, Воркуты и Усть-Илимского района. В этом году принимают участие в олимпиаде 86 субъектов Российской Федерации, в том числе и педагоги Луганской народной республики, да, и Донецкой народной республики. И таким образом это составляет 7649 команд. И наши 35 команд, они тоже сюда входят. Это очень замечательно. Это 30596 педагогов. И наши 140 педагогов тоже в этой огромнейшей команде. Участниками являются педагоги из школ, гимназий, лицеев республики. Цель олимпиады носит квалификационный характер, повышает профессиональный статус учителя. Участники набираются опыта, обмениваются идеями, развивают функциональную грамотность и формируют предметную и метапредметную компетенции. Конечно, я желаю командам победы. Я уверена, что конкурс будет интересным и позволит раскрыть профессиональные возможности каждому. Первый этап прошли. Будем проходить следующий, потому что, может быть, мы чего-то для себя возьмем в работе из этой олимпиады, как задание строится, вот, метапредметные какие-то вещи. Так как вот на то, что рассчитана эта олимпиада, я думаю, мы будем это использовать дальше в работе своей. Всего в олимпиаде три этапа – дистанционный, региональный и финал. Итоги очного участия будут известны через неделю, а после награждения команда победителя получит возможность представить нашу республику в Москве.